А все нормально, сидят, смотрят, получают удовольствие от стрима. От танка. В целом от игры. Опять арта начинает. Это жесть, он меня заметил. Смотри, без остановки меня стреляет. У тебя что, это стоит модик, да? Который показывает, кто на тебя смотрит, а кто нет? Судя по всему, да. Везло мне, что он меня не пробил еще раз. Пипец, я один. Да не так, вот так, вот так, вот так. Нет, не надо здесь ехать, тебя будут убивать. Надо перекрёсток создать, понимаешь, брат? Сейчас сделаем перекрестку. Ты останься здесь, в этой же позиции. Не уезжай никуда. Триста тридцать. Ну это минималочка. Зашибись. И он уехал. И он уехал. Вот это тайминг. Это, конечно, просто жесть. Это такой ужасный тайминг, люди. Ну, мы вроде бы здесь еще нормально отыграем, по идее, должны нормально отыграть. Но тайминг, конечно, 10 из 10. Все. Все, мир заехал. Никто мне с этим миром не поможет. А когда я поеду против Эмиля драться? Что там, через пушку или что? И никто центр не смотрит вообще. А, 60 ТП уехал? Значит, его сейчас ко мне приедет. Спасибо, мадам my woman. Никто не помогает. Здорово, мужик. Здорово. Отличная неделя. Делюсь настроением. Это хорошо. Такое мне нравится. Спасибо. Сейчас Йох приедет, меня убьет. Нужно просто упасть с горы. Это будет гораздо выгоднее. Мне сейчас очень повезло, что меня не пробили. Везет, везет. Ну, конечно, ему тяжело ББшками пробить, это понятно. Но... Вот, как я и говорил, Йох приехал. Если бы я не уехал, я бы сдох.
Это, ну, без шуток. Это очень сильный бой получился. В плане индивидуального исполнения. Очень сильный. Без шуток. Я в итоге благодаря тому, что упал с горы вовремя, в итоге еще смог 2000 накидать. 2,5. Повезло. Ай, хорошо-то как. Боже, какой бой это вообще. Это охренеть какой бой. Охренеть боёк. Рыба на сковороде, нет, не будет. А да, уже говорили, что ее не будет. Блин, я даже захотел по этому бою сделать видос. Скажу честно. Да, кстати, можно еще потестить стили. Это же Вархаммер, да? Если я не ошибаюсь. Стили. Прикольные там на сотку, на СТБ, на ушку. Антар, скажи, для чего ты вот эти вот до сих пор сообщения пишешь? Это ж глупо. Просто я не понимаю, когда ты успокоишься. Ты уже сам убедился в том, что, ну, вот за эти 4 боя я не совершил ни одной ошибки. Без шуток. Я ни одной ошибки не совершил. Тебя это обижает. Я просто хочу, чтобы люди писали адекватные вещи, а не какие-то на букву В. Сам понимаешь, что. После В идет буква И. После И идет буква С. Ну а дальше догадаться нетрудно. Хоть что-то интересное пиши. Ну хоть что-то. Я в чат, вот на протяжении уже которого стрима, смотрю... Одно и то же пишешь, ну это же вообще. И причем не свое. И смысл тогда в чат смотреть? Ну точнее именно твои сообщения читать. Охренеть, а как я не попал? Хотя можно было не тратить ни ремку, ни аптечку. Так, чё по леопарду? Свечусь. Я леопарда боюсь. Дальше поедет? Да, он дальше поедет. Судя по всему. Там 60 ТП пушит. Боже мой. Ну, если сейчас сзади кто-нибудь заедет, вот это будет, конечно, грустно. Это будет грустная история. Надо хотя бы один раз пробить Е3-го.
чтобы он не думал, офигеть, он ошибается. Все, сейчас он будет полностью разворачиваться, да? А, ну почти. Найс. Леопарда боюсь. Какого-нибудь. Надо повыше забраться, я думаю. Это позволит мне как раз-таки стрелять по Е3-му. Е3КД, да? Вроде да. Сатен, не мешай. Пойдет. Господи, да идите вы нафиг, боже мой. Ртоводы. Ну все, они мне заруинили катку. Сейчас 60 ТП приедет и убьет меня. Вот оттуда. Как же они руинят. На своей арте. Зато вон стоит. Может, ты подъедешь? Поможешь другу. Ну, по идее, 60 ТП должен здесь объезжать и выходить. Ему вообще запрещено здесь приезжать. Просто запрещено. 3-8, опять поражение. Да что ж такое-то? Он читает YouTube. Читает YouTube. Эро Террор, Аклумба играет в бою? Или не играет? Нет, 60 ТП просто стоял и ждал, прикиньте. Конвей сзади. И смотри, сейчас они не стреляют, да? Живем. Не пробей. А, или ТКД уже. ТКД? Ну нет. Ладно, еще живем. Но меня арта добьет. Тут уже без вариантов. Тут уже без вариков. Альфа. Чего так мало? Я его нифига не вижу. Я сделал все, что мог в этом бою. Просто все, все, вообще все, что мог, я сделал. Я выжил из себя максимум. Ну вот прям максимальный максимум. То есть, ну, просто... И все. Это вот максимальный результат этого боя. Больше дать нельзя. Охренеть. Да как мы можем проигрывать такие бои? Я не понимаю. А как мы можем проигрывать такие бои? Люди. Европейцы. Вы что, родные? Как мы можем такие бои проигрывать? Я делаю вообще все.
за там четверых-пятерых в этом бою конкретно. И мы все равно проиграли. Охренеть. Вы что, ребята?